Физкульт-привет, Хабаровск! Дальневосточной государственной академии физической культуры исполнилось 55 лет. Какой вуз, такой и праздник. Праздновать академия решила по-спортивному. Серию соревнований устроили между командами преподавателей и студентов. Мы обучали их правилам игры, потому что некоторые хоккеисты не знают, как играть хоккей в зале. Это бесконтактная игра. Передача опыта и общение со студентами в неформальной обстановке. Эх, во всех бы так вузах. Ну, грубая игра была. Удар по клюшке, удар по ногам. Игра высоко поднятая клюшкой. Ну, ударить преподавателя это да, как-то. Ну, конечно. Ну, хотя вот в спортивном вузе, получается, можно. Но лучше этого не делать. Есть площадка для того, чтобы определиться и поучаствовать с... Клюшкой зарядил и сказал, что, извините, просто грубо играл. Есть площадка для того, чтобы определить, кто сильнее. А сильнее оказались преподаватели. Как говорится, победил опыт, а не молодость и дерзость. А боксерские поединки у вас устраивают против студентов? Нет, такого не устраивает. Только игровые командные виды спорта вошли в этот юбилейный турнир. Футбол, баскетбол, волейбол. Сегодня, как вы догадались, хоккей в зале, то есть флорбол. Обратила внимание, что вратарей здесь разная тактика. Вы, значит, выбрали тактику коленную. А... Самобытная у него тактика. Ну, он как бы на бедрах он передвигался. Он очень здорово сыграл сегодня. Та тактика, которая приносит результат, та, наверное, правильная. Вот у него, да? Ну, если выиграли мы, то, наверное, моя. 55 лет назад, тогда академию называли «Скифом», вуз построили в Хабаровске благодаря уже существующей спортивной базе. Это был первый на Дальнем Востоке институт спортивного профиля. Направлений было немного. Классика была, это легкая атлетика, это был футбол, волейбол, баскетбол. Сегодня в академии продвигают теннис, шахматы, адаптивные виды спорта. На следующий год запустят кибернаправление. А с открытием нового спортивного центра, строительство которого завершается уже в следующем году, Хабаровск приобретет ледовую арену, стадион и медико-реабилитационный центр для спортсменов. Мариана Гейт, Павел Баландинский. Смотри Хабаровск.